Ой, Эмбер, ты родилась, сука щекастая. Привет, скучал по тебе. Так, сейчас я Тиму создам. О, Флоки родился. У нас есть дом! Красота. У нас еще есть какой дом? Тиму тебе кинул. Вы представляете, ребята, это называется соло-замок. Да, я вижу, блядь. Так что идите там авторизовывать, сейчас я это дело сниму, все. Вот, я больше не соловик, я перевоплотился. Бля, я больше не один. Я больше не... Как же я рад, что я больше не один. Ема, я тут вообще такие файты устраивал. И, знаешь, в 90% отлетал. Но я сражался как тигр. Погнали. Значит, ставим вот так. Ну смотри, проход должен быть вообще норм. И ящик сюда поместится. Дальше ставим вот так. Вот прям, чтобы в упор было. Вот прям залазило туда. Оба-на! О, так, я уже представляю, как это будет выглядеть. Не осталось последнее. А, готово последнее. Значит, ставим. Бабах. И ферма готова. Чаймер. Я здесь прям костер поставлю. Пойдет, да? И поменяли местами теперь, короче. Вода снизу, еда посередине. В натуре я даже не заметил, бля. Оба-на! Ну как, еще лучше? Кстати говоря, надо плантацию свою засадить. Засади. Они там, походу, караулят кого-то, что ли? Непонятно. В смысле, он прям на этом стоит, не... Да, ну, разрешили охеренно. Разработчики теперь так делать. Охереть. Вот это да, вот это ништяк. Он не как забаганный там под верстаком, блад. Че, рассвело? Гоу фармить. Так-то нам лучше. Давайте эту дорогу фарманем. Потому что там надо изучить кирку и топор. А то я с каменными уже заколебался бегать. Так, тело вижу. На СВ. Ага, он Валера. Ага, с Валерой. Кого заберем? И он там не один. Но он с кем-то перестреливается? Да. И он бежит в нашу сторону, в кого он стрелял. Угу. Вот возле тебя. Мансует. Эх, бляха. Так. Ладно. Попал. Валеру попал. Еще раз попал. Минус этот. Валера минус. Еще друг у него минус. Тут где-то. Вон друг, еще второй в РХБЗ. О, фармер, забирай, Эмбер, забирай. Забирай его, Эмбер, и домой. Помоги мне, адекват. Иду, иду, иду. Так, где Валера? Подобрал. Хэдшот дал, адекват. В него одна тычка. Ну, адекват еще, давай, давай. Я минус. Патроны забирал. Блять! Я тоже. Эмбер, лутай, главное, того. А что там было у второго? Он фуловый, там ресов у него дохуя. Он весь забитый, он фармер. Так, он этого сейчас будет поднимать. Надо это идти туда. Он этот убежал, РХБЗшник. Но его друг лежит. Я лежу. Он дом, что ли, у них тут рядом? Да, его друг бежит, короче, уже себя лутать. И он один, он голый. Бля, встань, сука, встань! Так, вижу, вот бежит один. В сторону нашего дома. Ну, по дороге, короче, дальше бежит. Иду за ним. Мне надо его заманить на близкое расстояние. Я с елкой. Не вижу его. А, вижу, по дороге так и бежит. Да, да. Бляха, сука, он отрывается даже. Так, направо он там бежит.
Вот он, вот он, вот он! Слева! Да вижу я. Он с двухстволкой. А чего он боится? Ага, он сейчас разворачиваться будет. Подожди, я не понимаю, он что, без патронов или что? ХЗ. Могу проверить. Он к дому бежит, к дому, это его дом. Это его гребаный дом. Ну, будет он стрелять? Да, выстрелил. Так, а я в него. Ой, меня турель спалила. Так, его орешник бьет. Убил его! Хорош. Сука, двухстволку схватил я. Все, этот сдох, лол. Лутаю. Вот это вообще норма. Он был без Валеры. Уходим. Я ухожу. Эмбер, задержи его с лука. Угу. Я ухожу, потому что там и патроны на калаш, и всякое разное. Ямать, огонь. Он, видать, эту там... полку вообще нашел. Он один раз выстрелил, и все. Один да, патрон и был у него. Я не знаю, Эмбер. Я этого полностью залутал. Ну, пойдет. Короче, штурмовуха у нас плюсом. Угу. Окно обычное, которое окно, ну ты понял. Угу. И зажигательный на калаш. Огонь. Ну и двухстволка, соответственно. Угу. Я слышал, что 27 миллионов зажигательных патронов надо на одну армированную стенку, чтобы зарядить. Что-то за пиздец. Ну что, я скидываю, что тут нам на изучение. Не, ну штурмовуха, это уже хорошо. Да, закинул под изучальник. Какие остатки? Ну то, что не влезло в ящик с этого типа. А. Ну там у него было что-то где-то 5 или 6 как камня. Угу, ну я только 3 вижу. Ну, гипербола не отменялась. В шкафу остальное. Короче, ты там пока одевайся, я сейчас приду, пойду у соседа украду эти тыквы. Ага. Бля, что-то вы зашли, и вообще тишина началась. Все соседи, блин, повыходили, утихли. Походу. Угу. О, лучник высматривает. О! Не, все-таки тут бегают. Вот, сука, варьё. Кто-то из них уже украл. Конченые. Ну, сука, гоу сражаться. Ага-ага, копьяной. Ух ты ж, нихера тут. Эй, чувак, я здесь, посмотри на меня. Бабах в ногу. На тебе еще. Ну, стрела справедливости, где же ты? Бля, серьезно, вы вдвоем убегаете? Что-то у них ценное, походу. Я хэзы. Ага, засада. На хэдшот, сучка. Ау. Ушли. Но они явно что-то скрывают, потому что два чувака убегают с луками. Они в помойку зашли. Бляха, у меня две стрелы, серьезно. А, я должен их убить. Мне хэд. Все, я отстрелялся. Так, из своей головы достал, нормально. Попал по правому. Сейчас, подожди, стрела нужна. Красавчик, из тебя вытащил стрелу. А тот с копьем.
Так, копье. Попал. В атаку, попал. Давай, мочи его. Красавчик, подними меня. Фух. Минус два. Да. Так, и что ж вы прятали? Ну, серьезно, но... Смотри, дай-ка второго посмотрю. Что у него там было? Ему он просто весь в этих... Пойдет, да. Ковер! Все, жизнь удалась. Так, все, добирай. Так, сейчас я это выкинул. Ага, ведро нахрен. Хилюсь. Так, у этого семена заберу. Все. Стрел. Что все? Все. Пошли до дома. Ага. Ковер. Так, деревянная дверь нахрен. А, еще одна киянка, серьезно? О, окупились. Точнее, вернули. Как я у себя из головы стрелу доставал из тебя, чтобы стрелять, лол. Из меня? Друг, когда уже стрелу вытащил, блядь. Наконец-то я изучаю топор. Стой, по-моему, мы же там это еще файтились, Эмбер же приносил. По-моему, еще есть где-то скрэп. Я да, 105. Складываю. Все. Огонь. Еще и кирку сейчас изучим. Отлично. Бляха, или ковер. Ладно, кирку. Кирку, блядь. Ковер твой никуда не денется. А на ковер сколько надо? 75? Да. 20. Нет, 20. 20. А сколько там не хватает? Подожди, мне хватает на ковер, все в порядке. Ну, ты мой ковер. Так. Здесь нету. 148 скрэпа у меня получилось пока что. Открываю. Огонь. Это я. Давай. Воу. Нормально, да? Вообще пойдет. Так, а что военным? Микросхема. Микросхема были. Огонь. А кто там? Пожаловал. Привет. Надюх, привет. Привет. Сейчас на Надюш домой приду. Кину тебе спальник. ТП-шку убил? Да, и... Да. Иду. Железная броня. Так, пошли. Блях, серьезно? Это кто? Тебе кто-то бежит, это враг. А, это Ира. Бежу, бегу домой. Вот он, враг, враг, враг. Попал. Перезарядка. Сейчас ему кранты будут. На, сука, минус. Ты живой адекват? Да. Блять, меня попали. Уааа. Так, нормас. Стреляй же, блядь! Нет, я съёк, я не выстрелил она. Так, ты убежал, да? Стрелы кончились. Да. Красавчик. У меня КД, надо около мне подальше откидывать. О, пэшка плюсом. Нету. Хорошо. И железная броня. И железная броня, это вообще просто... Обалден. Чё тут за жесть? А чё там трупов столько, я вижу? Еще этот лучник по мне лупит, сука. Прицел у тебя, глаза свои поправь. Ебать, там трупов, а что происходит? А там наши кто-то есть? А, да, вижу. Да, вот мы. Вот за мной, короче, бежит один. Ну, я думаю, он сейчас передумает по мне стрелять. Не вижу его. Ну, он издалека, походу, он просек фишку, что я уже на своей территории. Ага. Воришку тыкни, а то что она без этой. Не, воришку тыкать я не хочу. О, молот. А что здесь тут можно лук на... Есть, дыбыть? Да, лук могу быть. Топор. Так, Ира, где ты? Тиму кинул. Угу. О, дайте лук, пожалуйста. На, где ты? А, я вот здесь. Так а что, у них КД, что ли, или что? Да вообще непонятно, что это за статус подвигало. Так, ну пацаны, гоу на мясо. Воды дома много.
О! О, блядь! А! Стой, сука! Битва! Не трогать его! О, да! Арбалет. Арбалет и йока. Так, ну бинтик я сделал. Нет, он из-за дома пробежал. Тоже, сука, пойдешь на мясо. Попал, минус, все. Нихера он успел выстрелить, серьезно? Да. Отдай свою кочергу, сука, Блад. Так, ну ладно, я понес. Добычу свою. Внимай, ну тут трупов еще будет, тебе разделывать и разделывать, алло. Дай костей. Да я это... На, костей. А, меня бьют. На, на дороге. Скинул. Меня убили. Блять. Ладно, делаю бинты. Иду с вами. Ни хрена не вижу. Кажется, попал в него. Попал еще раз в него. Скорее всего, он лежит. Нет, он бежит. Блять, кактус, серьезно? За что кактус? Его видите? Бежит дальше. Попал, минус. Минус, минус, хорош. Спасибо. А где мой молот Тора? Ну, сука. Воу! Я стол изучил. Ребята, лутайте его. Нихера себе. Воу. Огурчики, ну-ка. Блять, сблеванул на него, сука. И снова ковер. Угу, уже повесим. Да это он с меня собрал. Уношу. Давай. И к вам двое еще идут со стороны нашего дома. Блять, не хэдшот, чё нахуй? Эмбер, они идут, я у них со спины. Mm-hmm, я вижу их. Байте. Есть, криптину дал Валерчику. Хэдшот одному. Передумал, Валерчик бегает. Да, меня убили. Попал. Минус. Хедшот минус. Два. У нас перед домом по сутка же звонит. Ну, пробуй выйти. Нет! О, вертолет как раз. Блять, убили меня. Сука, не успел призарядиться. Что ж такое, Валера, ты невезучий? Китаец меня убил. КД у меня. О, китайцы долбят этот. Вертолет, походу, накрывает. Да, лампу. Да. Уже толпа перед домом. Толпа перед домом? Угу. Да, они меня запалили. Так, два арбалетчика, хорошо. Замечательно. Нет, я не успел. Так, ладно, попытка номер два. То есть их там трое, да? Тихо, двое. А, пацаны! Ваа! Опа! Все, закрыл. Ух, изи. Не ожидали они мне второй раз увидеть. Ага. Так, кого чего, металл-то есть? Да, есть. Веревки есть. Сейчас арбалеты сделаю. Мазафака. Двое их там, двое контролят. Ну чё? Типа в атаку? Короче, открываю. Погодите. Никого нету. Они, походу, на выстрел пошли этих валерщиков. Ну и гоу, мы не будем теряться. Да, пойдем. Нам Валера-то все равно нужен. Вот, вижу. Это с лучником он, короче, воюет. Вот, наверное, лучник очень жесткий. О, еще один у нас в упор. Да. Где он? В кустах. Здесь труп лежит.
Он в кустах. По мне, Валерчик. Бляха, он фуловый, этот чувак лежит. Попал минус в кустах. Хорош. Адекват, слышал, тайм, может, этого чувака? И того, и в кустах. Только броню я сейчас с этого заберу. А что тут одни бинты, алё? Не, я сейчас это залутал броню с этого. А это на скалах там. Да, 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 я вижу. Валера раздавал. Ну, а они, короче, с этим Валерчиком и херачат-то. Так, один на меня пошел. На скале и за домом. Попал в этого. Йока здесь. Этот в дом сразу пошел. Хэдшот с арбалета. Возможно, не дошел до дома, ребят. Лол, не дошел он. Этот щели сейчас будет долбить. Хэдшот, минус. Все. Валеры нету. Либо он в руках держал, я хз. Вот же дерьмо. Бляха, а здесь протолкнуть не получится, да? Капканы не ходите, бля. Я здесь... Да-да-да. Ладно, лутаю бля, этого. Есть бинт, перебинтуйте. Нету бинтов у меня. 53 стрелы, пойдет. Ну все, машина, я фул по одежде. Попал. Угу. Да что такое? Попал. Минус. Привет. Лутается там бинтов. Кулава, как раз много. Блядь. Вот он, этот пидорас, это соседи. А, Ир, кстати говоря, по поводу этого молодец. Ну ты понял. Да-да-да. Вот прямо за этим домом есть тело. Два тела. Слева, скорее всего, выйдут. О, по ним стреляют. Они с этими, с Валерами. Че, они берданку завалили? А, не. Вот берданка убила. Может, подождем? Не-не-не, жать надо, жать. Этот добил этого. Лутать будет. Блять, не попал. Попал. Хэдшот минус. Ебаный. Минус, минус он. Валерчик. Этого не вижу. Он уходит? Уходит, уходит, уходит. Есть, попал. Где твой Валера, сука? Так, за скалой этот. Думаю, он занял позицию за этой скалой. Че, Валера, отнеси домой? Да-да. Бляха, берданчик, короче, походу ушел, либо он прям здесь. Вот он в дом бежит, попал! В какой дом бежит? Это сосед. А. Он одет так же был, в белую хуйню. Зашел, да? Да, зашел. Почему-то показалось, что это он, потому что такой же белой хуйне был. Угу. А, еще и дрозд эту бечевку несет. Голый такой с киркой есть, с бечевкой. На, дрозд. А, дрозд, на. А то мне выкинуть некуда. Ну все. Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур. Дрозд. Эмбер. Иришка. Адекват. И Валькирия. И мы начинаем 58-й сезон выживания. Мы поселились в самой гуще событий. Очень много РТ вокруг нас. Ну и соседи у нас тут все онлайн. Короче, полная жара. Ну, дом, как я отстроил, вы видели в соло. Сейчас мы это дело все будем развивать. Еще больше, еще круче. Ну и так далее.
принципе, особо тут разглагольствовать нечего. Добавили оптимизацию. Оптимизация реально есть, и она радует. По крайней мере, я это проверил. Так что все, погнали выживать. Все, на грядках у нас есть освещение. Ребята, тихо, тихо, он здесь. Один из них. Строят. Так. Подходим ближе и нападаем. Погнали. Ясно. Погнал. Ну, ты впереди всех был. Турель. Угу. Вверх еще будет, значит. Отступим к скалам. Давайте. Зашуршали. Крыша. Вверх. Голову дал. Ну, я не вижу. Так. Минус один. Я со своим воюю под лэпом. Блять, все, я минус. Я одного положил. Я, походу, тоже одного положил. Ну, на то не бегаю. Блять, чувак, ты хоть бы это, блять, ну сука, ну серьезно, не палился бы. Да, ну да. Еба, просто пулемет. Я готов. Здесь прям. Знаете, не попал. А где его друг-то? Ага, друг справа, понял. Этого центрального бить. Попал. Но центрального в упор ко мне, ребят. Ну чего не видно-то его? Хедшот. Хедшот минус, все. Дальний который попал. Мой. Этого не попал. Попал. Минус. Угу. Бежит на меня с топором. Нигер. Попал. Минус. Пидорас. Так, селюсь. Ой! О! А это он с дома. Так в смысле разжились, если... Да, не, блядь, ой! Другие. Да из дома он стреляет с берданки. Оболтай меня. Другой какой. А, о, вижу его, все. Увидел. Попал в него. Убил. Так, берданка, чё, кого? Я его убил? Да. Адекват, ты его можешь заутать. Да, пойду, короче, это, берданке в рожу выстрелю, что-то она меня накаляет. Не понял, у них там окно? Угу. А я... Ладно. Он художник, он так видит. Ну, типа, дверь открыта. Ну, типа, байтит-то, не знаю. Но его там нету, берданочника, я не знаю. Угу. Ну, он всё. Патроны, наверное, отстрелял. Пошел на. Наверное. Прикройте, я просвечу, посмотрю, где он находится. Чё. Так а что, за этой стеной все находится, я и так знаю. Вот ровно за этой стеной. Так, может, дальше на дверь есть, да? Видел? Вы слышали? Ну не знаю. Бля, Тембер, ты чё? Да, там контроль. Я же говорил про этот дом. А за этим окном печки стоят. Вот он пропрыгивает. Вот он здесь подпрыгивает. Пропрыгивает подо мной. Все, окно закрыл. Окно. Так, на той стороне тело. 240. Да, вижу. Чинит. А после этой гантрепа что-нибудь повредило. Так, ну что? Думаешь, попадешь, а... Давайте там до дома, кому что надо, возьмите. Вот, пойдемте, надо дороги, наверное, полутать. А чё, у меня все есть. Я без одежды. Ну, я пойду эту еду закину, а то у нас дома там мало. Брынь-брынь.